Приветствую вас, друзья. Благодарю, что вы со мной. И огромное вам спасибо всем за поддержку. Есть очень много разных методов, как бороться с бессонницей, как быстро уснуть. На кого-то не действуют какие-то методы. Вот кому-то одно помогает, кому-то другое. Вот этот метод, о котором я расскажу сейчас, он простой, как всегда, и эффективный. Напишите потом в комментариях, кому помогло. Итак, что нужно? Вечером, вот перед тем, как лечь спать, возьмите несколько зерен, ну 5-6, может быть, зерен обжаренного кофе. Вот считается, что кофе это такой бодрящий напиток. Да, кофе может быть, вот сам кофе, он бодрящий, если его пить как напиток. Но зерна, вот аромат сам этих зерен, он немного успокаивает, расслабляет даже. Потому что суть бессонницы в том, что человек не может расслабиться, не может как-то мысли свои успокоить, от дел отойти. И вот это вот такой тонус, вот он и не дает уснуть. Поэтому сделайте так. Возьмите 5-6 зерен перед тем, как лечь спать, и потрите их в ладонях своих. Потрите и вдохните вот этот сам аромат. Ощутите его и произнесите такие слова. Бессонница моя испарилась, в ароматном духе растворилась. Быть тому. И после этого ложитесь спать, а зерна сами можно под подушку положить. Или положить где-то рядом, ну, на тумбочку прикроватную. Или на табуретку где-то рядом у изголовья. И когда ляжете спать, вот ощутите, ну, представьте вернее, что вы в облаках где-то. Ну вот представьте небо, представьте облака. И вот такая вот импровизация, такая, ну скажем, как медитация в облаках. Вот насколько вы можете, представляете, что вы находитесь в этих облаках. Может быть даже облака вот эти, они такие вот ароматные, кофе аромат вот этих облаков. 2-3 минуты, и вы уснете крепким, спокойным сном. А утром проснетесь бодры и полны сил. И вот эти вот зерна, ну их можно использовать дальше, то есть выбрасывать не нужно. Периодически можно, там, регулярно или периодически вот эту практику применять. И будете всегда спать спокойно, утром просыпаться в хорошем настроении и полным сил. Вот такая вот простая и очень полезная практика. И еще, друзья, вот утром, когда просыпаетесь, когда встаете, ну а точнее даже еще проснулись, еще не встали, вот лежа в постели, два слова произнесите, и удача будет с вами весь вот этот день и еще весь следующий день. Обязательно посмотрите видео, которое сейчас в всплывающем окне, там вот все подробности по этому поводу. Благодарю вас за внимание.